не секрет, что больные аллергии болеют вирусными заболеваниями на порядок чаще здоровых. Они открыты для вируса. На первых этапах развития коронавируса не хватало масок. Маски, очки. Да, они дают какую-то, на какое-то время возможность защититься от распространения, не от заражения. Как страдают эти доктора, находясь вот в масках. Посмотрите, какие на лице у них странгуляционные борозды. Это из Италии. Итальянские врачи. Казалось бы, существуют системы защиты, очень хорошие, еще предложенные свыше 100 лет назад нашим соотечественникам, химикам Зеленским. Это противогазы. Масса модификаций противогаза. Но в противогазе находиться очень сложно. Для ковид еще один путь передачи существует. Это через слизистые. Через слизистые глаз, через кожу при поврежденных покровах. Такая реальная есть. Через слизистую носа и даже полость рта. Это устройство должно быть удобным. Оно должно, располагаясь на голове, не ограничивать визуального контакта, двухстороннего визуального контакта. Оно должно не вызывать запотевание стекла. Оно должно постоянно вентилироваться очищенным воздухом по принципу полуоткрытого контура. Смотрите, здесь есть фильтр. Я об испытаниях этого фильтра скажу. Здесь есть вентилятор, который всасывает воздух и выдает его уже здесь вот через диффузор. Человек постоянно дышит воздухом. Даже если он глубоко вдохнет, все равно подсоса воздуха не будет. Мы проводили такие эксперименты. И, наконец, это должно дать возможность человеку комфортно себя чувствовать и избавить его от ношения неудобных масок и неэффективных, в общем-то, масок и очков. Короне, чтоб пришел конец, надень на голову венец. Специально как раз для вашего канала мы как раз показываем ту самую облегченную, то есть макет облегченной конструкции. Ну, где-то весит она граммов уже 800 вместо 1,5 килограммов вот этого шлема. Да, она может стать немножко легче, немножко тяжелее, но в целом минимум признаков уже окончательной конструкции здесь мы имеем. Защитное действие у данной системы, в том, собственно говоря, и ее изюминка, это не только щиток, это первая линия защиты, но и постоянный поток воздуха из чистой зоны сверху вниз. То есть именно он не дает залететь аэрозолю, именно он дает залететь пыли с вот этим вот самым вирусом и постоянно очищает, сдувает вот эти все мельчайшие частицы, опять же, выдыхаемый воздух постоянно уносится из под защитного устройства. Существует определенный объем, то есть здесь. Вы видите, здесь свободно. И вот эта как раз конструкция, она позволяет агрегироваться, масштабироваться. То есть никто не запретит под это одеть еще и фильтрующий респиратор. Тем самым еще больше увеличив степень очистки. Что-то защитит грубый фильтр противопылевой, дальше не пропустит фильтр тонкой очистки. Вот, и еще дальше может защитить дополнительное средство защиты. То есть мы начали работать в таком вот авральном режиме, потому что, в общем-то, поняли, что ситуация близка к военной. Скажем так, может быть, не молодое поколение, а поколение чуть-чуть постарше, помнят, что у нас есть город-побратив Ковентри, Англия. Во время второй, и он стал городом-побратимом из-за того, что был точно так же разрушен в свое время, как Сталинград. Во время Второй мировой войны в самом городе Ковентри погибших мирного населения было
около 1500 человек. За всю Великую Отечественную, Вторую мировую войну в той же самой Англии погибло 98 тысяч человек. В настоящий момент всего-то навсего, нет года, есть всего там жалкие 3-4 месяца, в Англии погибло около 18 тысяч человек. Это война. Может быть, неумышленная, может быть, нерукотворная, может быть, начатая не человеком, а природой, но, к сожалению, мы имеем такую ситуацию. В таком случае авральный режим, в таком случае так и работаем.